18 июня – день рождения Ивана Александровича Гончарова. Значимый день для всех ульяновцев и поклонников его творчества. По традиции праздник начался с церемонии возложения цветов к памятнику в сквере, который носит имя нашего знаменитого земляка. Всех с праздником! С днем рождения нашего замечательного земляка! Настроение у вас хорошее. Читайте его, там очень много интересного написано. Спасибо. Сотрудники музеев, библиотек, волонтеры культуры в этот праздничный день прочитали отрывки из произведений Гончарова «Обломов, обрыв, фрегат Паллада». С отъездом Веры Райского охватил ужас одиночества. Он чувствовал себя сиротой, как будто целый мир опустел, и он очутился в какой-то бесплодной пустыне, не замечая, что эта пустыня вся в зелени и цветах. К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в гончаровский праздник. Все масштабные мероприятия в этом году проходят в формате онлайн, виртуально. Все лекции, онлайн-программы, экскурсии, мастер-классы можно посмотреть в аккаунтах Ульяновского областного краеведческого музея и историко-мемориального центра музея Ивана Александровича Гончарова в соцсетях. В нашем регионе имя Ивана Александровича на слуху, поскольку, во-первых, у нас в городе находится единственный в стране и в мире музей Ивана Александровича Гончарова, который рассказывает о его жизни и творчестве. И, конечно, все мероприятия, которые мы проводим в честь Ивана Александровича, несомненно, популяризируют его творчество. Напомним, что памятник Ивану Александровичу Гончарову, работы московского скульптора Льва Писаревского, подножие которого возложили цветы, в этом году отметил юбилей. Он был установлен 55 лет назад в сквере, разбитом на месте, где находился Спасо-Вознесенский собор и в котором крестили Ивана Александровича Гончарова. Памятник представляет собой бронзовую скульптуру писателя, сидящего в кресле и делающего записи в тетради, положенной на подлокотник. В верхней части лицевой грани постамента вырезана надпись «Иван Гончаров». Это увеличенная факсимиле подписи писателя. А по диагонали от памятника всего в нескольких метрах находится дом, где родился Иван Александрович 208 лет назад. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.